Я жив. Теперь у меня нет имени. Смерть, мой главный советчик. Я еду в никуда. Из ниоткуда. Судя по солнцу, дорога идет на юго-восток. Датчик бензина давно на нуле. Обитатели смотрят на меня, как на фантом. С чего все началось? Сон. Он часто повторялся. Он был похож на старый фильм. Экономики и культуры нарастают. Следствием хаоса на мировых рынках стал взлет, а затем резкое падение основных финансовых котировок. Эскалация взаимной агрессии кто порождает религиозные конфликты. Спи, милая. Богдан, все спокойно. Стреляет только изредка. И то в живых людей. Да вот жазу. Жертву пиапизма. Жить быстро, умереть молодым. Наш стиль — потеря пульса. Что нам доктор прописал? Куда вы, родные, ваше место здесь? У меня в номере барышня. Помогите ей уйти. Не беспокойтесь. Как ее имя? Все по кругу. Очухался, выходишь, садишься в машину и едешь вперед. В той моей жизни все было ясно и просто. Так казалось. Точкой отчета стала старая фотография из французского журнала. На ней была прекрасная пара. Меня как обожгло. В мужчине я узнал своего деда. С самого детства он был моим героем. Летчик, не вернувшийся с войны. Этот журнал я увидел случайно в Париже у Мадлен. Или не случайно. Я знал, что Мадлен как-то связана с французскими спецслужбами. Это добавляло ей очарование. Она вызвалась все разузнать. И вот звонок, изменивший все. Удалось что-нибудь раскопать? Удалось. Так это он? Да. И завтра ты должен быть в Париже. У нас важная встреча. Что за стремительность? Я очень занят. Алекс, ты сам сейчас где? Я в Питере, пойми, не могу вот так все бросить. Это не телефонный разговор. Обожаю эту женщину. Одно время она была культурным атташе и даже разбиралась в искусстве. Конечно, это служило прикрытием, знаем мы этих атташе. Меня сразил ее шпионский шик, склонность к контролю и красивые пальчики на ногах. Наш бурный, бесперспективный роман закончился, когда ее отозвали в Париж. Завтра он будет в Париже. Я уверена. Когда он выведет вас на объект, будьте готовы ко всему, вплоть до ликвидации. У тебя взгляд уже не такой, как будто ты хочешь его убить, понимаешь? Вот так надо работать. Понимаешь? Немного усилий, и ты уже не человек. В объектив целься. Лицо с обложки. Да. Глянцевая имитация. Покажи, что там. Так, позвоним доктору. Александр, я насчет волшебных таблеток. Вот это убираем. Алекс, ты что, ошалел? Это же не леденцы. Не умничай. Тебе должно было хватить до конца месяца. Как там, кстати, твоя бывшая? Напомни, что в 4 она записана на фильм «Кирилл Лифтинг». И пусть не обедает. Она вообще не ест. Алекс,
Надо менять образ жизни, а не устраивать реанимацию по утрам. Зануда. Ну как? Делаем так, чтобы... Легко сказать, меняй образ жизни. Кругом белые дороги, реки спермы, рейтинг и формат. Вот и моя бывшая. Пришла защитить свои инвестиции. Снимай. Снимай прямо так. Снимай. Пойдет на обложку. Так мне и не удалось обломать шипы на этой черной розе. Сегодня будет большое дефиле. Ты придешь, будут все. Не могу, встречаюсь с Мадлен. У вас опять началось? Она вызвалась выяснить мою генеалогию. Собираешься получить дворянство? Уймись. И не пей столько. Тебе сегодня губки правят. Я сама знаю. Ну и что тебя сподвигло? Вот фото из французского журнала. Старая статья про крупный выигрыш. Колониальная Камбоджа, 48-й год. Так вот, счастливчик на переднем плане – это, похоже, мой дед. Правда, для семьи он пропал без вести в 45-м. Миллион франков – сумма по тем временам. А ты уверен, что это он? Мадлен взялась это выяснить. Продолжаешь эксплуатировать женщин. Яд пошел по венам. Давай, давай, поучи меня жизни, демон гламура. Ты, я смотрю, довел любовь к себе до совершенства. Но запомни, за все нужно платить. Образ жизни менять не собираешься? Это я уже сегодня слышал. Значит, со слухом у тебя все в порядке? Со вкусом проблемы, а со слухом и нервами все хорошо. Вот, все в лучшем виде. И это, надо утвердить. Пиар и реклама – ваша стихия. Вы работаете с красотой. Оставьте эти заготовленные вопросы, а. Безумие. Все, чем мы занимаемся – откровенное, наглое безумие. И главное, для кого? Как? Как это удалось? Превратить добрых людей в послушных биороботов. Оказывается, ничего проще. Немного усилий, и вот уже... Безразличные, лишенные... Да что с ним такое? Что он несет? Пакетиком. Хавают это реалити-шоу и не могут произвести ничего, кроме собственных испражнений. Так, все, вырубайте его из эфира. Уже не мать. Теперь, когда я гляжу на себя с другого берега, я вижу слепого. Он стоит на краю пропасти, смотрит вниз и ничего не видит. Должностное преступление. С ума сойти. То, чем я для тебя занималась. Мне пришлось залезть в закрытые базы данных. Ты говорила, это должно произвести на меня впечатление. Пойми, речь идет о наследстве. Французы всегда переоценивают то, что недооценивают русские. Вы все там живете одним днем. Учти, наследство больше, чем деньги. Это совершенно новый статус. Твой дед оказался непростым человеком. В действительности он был графом Строговским. В СССР он жил по подложным документам. Считай, что я заинтересовался. Вот что удалось найти в архивах. В офицерских кругах Иван Строговский был знаменитостью. Наполовину француз, жил с размахом, авантюрист, гордец. Его страсть к авиации и женщинам не знала границ. Убил на дуэли родственника губернатора. Отсюда бежал во Францию. Там по большой любви женился на баронесс Мари де Женуи, дочери магистра масонского ордена. Узнав о революции, бросился на родину. Сражался в карательном корпусе генерала Капеля. Последнее письмо было прощальным. Баронесс считала его погибшим. Однако в 45-м году он снова появился в Париже и снова загадочно исчез. По своим каналам мне удалось выйти на человека, который был другом твоего деда. Он хранитель наследства. Настаивает на встрече. Сказал, что сведения, которыми он располагает, перевернут твою жизнь. О как. Алекс, все очень серьезно. Встреча завтра. Есть 2 утренних рейса в Париж. Решай. Алекс, что за номера? Мы месяц готовили съемку. Лошади уже в пути. А телевидение, что ты там наградил? Тебя что, распирает? За это мы платили? Не напрягайся. Вообрази человека, которого окружила стая голодных волков с горящими глазами. -50 по Цельсию. О, к чему?
Парашют не раскрылся. Машина тонет, двери не открываются. Просыпаешься, а тебя уже распяли. Что я скажу Бутману? Вали все на меня. С Бутманом я сам поговорю. Через два дня вернусь. Все. Спи. Что? Ваши веки наливаются свинцом. Расплавленным. Но каков дед? Жил по подложным документам. Теперь понятно, почему в семье это была закрытая тема. Я-то думал, он просто учитель французского. А он, оказывается, граф, женат на баронессе. И все, и там, и здесь считали его погибшим. Через несколько лет после исчезновения твоего деда баронесса вышла за французского летчика. Он погиб во время Второй мировой. Воевал, кстати, в России. В эскадрилье Нормандия не было. Вот это да. Они могли встречаться. Дед тоже служил в Нормандии. Он был переводчиком. То-то и оно. Под его именем во Францию вернулся твой дед, граф Строговский. Чему ты клонишь? Я уж не знаю, что и думать. Он что, был вашим шпионом? Шпионом он не был. Его имя есть в тайных списках. На самом деле, он был масон. Угу. Приехал. Это уже алхимия какая-то. Мадлен, ну какие масоны? Что ты несешь? Ой, куди тебе там кроху ваш этуар? Перешли на французский? Я чувствовал себя как школьник, сбежавший с уроков. С Мадлен всегда так. Вроде расстались, но удержаться невозможно. Почему его фамилия Перро? Он же, как я понял, русский. Кто он вообще-то? Оставь этот тон. Алекс, эти люди правят миром. Я чудом вышла на него. Масон высокого ранга. В прошлом Перо в латынский. Твой дед был его наставником. Остановись. Закроем верх. Мы почти у цели. Алекс ничего не подозревает. Цель под защитой. В ликвидации пока отказано. Нам нужны только списки. Они что там, в штаны наложили? Ждать, следить, выяснить возможности проникновения. Лен, ты меня используешь? Я был нужен тебе, чтобы попасть сюда. Мы все используем друг друга. Как хороши, как свежи были розы. Я вспоминал вас. Вы держите свое слово. Нос, разрешите посмотреть на вас. Узнаю. Узнаю этот дерзкий взгляд. Осанка. Прошу, присаживайтесь. Это редкий музыкальный инструмент. В качестве основы служит берцовая кость умершей девственницы и используется в тантрической любви. Прошу. Должен сказать, что недоумение, в котором я пребываю последние дни, начинает меня тяготить. Все ли вы рассказали уважаемому потомку? Только то, о чем мы условились. Правильно. Главный приз я оставляю за собой. Много лет я хранил эти бумаги. Ваш дед вел их со времен Октябрьского переворота. Они проливают свет не только на его судьбу, но и на вашу. Личный дневник Ивана Александровича Строговского. Скажу сразу, если вы окажетесь в состоянии осмыслить изложенное там, берегитесь. Времени нет, есть только тайные пружины случая и троекратный стук в твое сердце. Мадлен вам не рассказала, как в бытность мою в колониях я имел виллу на горе Бакор. Там и произошло наше знакомство с вашим дедом и баронессой. Подождите, а как они оказались в колониях? В конце войны Мари пришлось несладко. Причина тому – родство с маршалом Петеном. Косые взгляды, дикие обвинения в коллаборационизме. Ну и как результат, полный крах состояния. Появление Ивана Александровича решило все.
Каким образом? Еще с Первой мировой у него под сердцем, вот здесь, было зашито 3 бриллианта. Это была собственность ордена. Их получал каждый на крайний случай. Продав их, они купили самолет, взяли маленькую Изабель и, послав дымящуюся Европу ко всем чертям, отправились в Камбоджу. В Лебурже они раздобыли старый двухместный Ньюпорт. Отважиться на подобное мог только такой человек, как ваш дед. Решимости ему было не занимать. Дух авантюризма, воля, даже одержимость — таким он был во всем. Их целью была гора Бокор, где французы построили знаменитое по тем временам казино. И именно там тайные пружины случая запустили колесо фортуны. Vous aviez mon cœur. Moi, j'avais le vôtre. Encore pour mon cœur. Колониальная жизнь в этих местах шла обычным порядком. Серьезные игроки, богатые повесы. Игра шла по-крупному. Оставшиеся деньги они поменяли на жетоны. Иван Александрович, руководствуясь известными только ему соображениями, поставил все на одну цифру, и они сорвали банк. Это был крупнейший выигрыш. О нем писали все газеты, даже парижские. Я сделал их фотографию, которая в конце концов и привела вас сюда. Финал истории печален. Рухнула колониальная система, началась эвакуация. Иван и Мари, поручив Изабель моим заботам, полетели во Францию на своем биплане. Мы же отправились морем. В Касабланке мы узнали, что, пролетая над Анкором, их самолет врезался в стаю птиц. Это же мой сон. Тот самый навязчивый сон. Надеюсь, Мадлен нас извинит. Да, мне пора. Встретимся позже. Да. Вас проводят. Итак, отбросим факты. Они мешают видеть суть. Вот. Это ваше, так сказать, неофициальное наследство. Выигрыш был превращен в Полинские сапфиры. Здесь целое состояние. Вы можете забрать их и уйти, но есть еще долг. Долг графа Строговского. В ту ночь велась и другая игра. Собственно, все было ради нее. В ней и заключалась истинная миссия вашего деда. Один из местных правителей поставил на кон национальную святыню. Это была золотая статуя Будды. И она перешла в руки вашего деда. Перед вылетом в Европу он был вынужден спрятать статую в тайном месте. Он здесь пишет об этом, правда, весьма туманно. Вы хотите... Вы его кровный наследник. Теперь это ваша миссия. Что я мог понимать тогда? Я спал наяву. 40 лет своей жизни я превратил в пепел. Но в ту ночь я почувствовал, как внутри меня вновь разгорается огонь. Мир устроен как часовой механизм. Роль осевых камней в нем выполняет строго определенные святыни. Всего их 8 по числу основных религиозных учений. Цель нашего ордена – найти и водрузить их на законные места. Как только это произойдет, начнется новый отсчет времени. Важный элемент этого большого механизма – статуя, которую спрятал ваш дед. Перо давил на меня, что есть силы. Разум умолк, я услышал сердце. Это был настоящий ритуальный гипноз. Один раз в 12 лет открываются коридоры времени. Близится полнолуние 4-го месяца, ночь Сагадава, когда звезда вплотную подходит к Луне. Надо торопиться. Алекс, очнись, какая Камбоджа? Что за блажь? Бросить все? И что взамен? Джунгли, чужие тайны, желтая лихорадка, мильные поля, черная осы, жареные тараканы, красные кхмеры,
А здесь? Ваш розовый гламур, полная стерильность. Еще 300 баб. И уже лежишь себе тихонько под землей. А в животе тирамису стынет. В буддизм не обратишься? Боже упаси. Мы люди православные. Нас голыми руками не возьмешь. Надеюсь, по дороге в ад Господь тебя не оставит. Камеру возьмешь? У меня видео вмонтировано прямо в глаза. Мне нужна моя вторая половина жизни. Здесь замешана женщина. Так? Когда вы доберетесь, найдите там Мари де Женуи. Это внучка баронессы. Она археолог, моя воспитанница. Работает в древнем храмовом комплексе Анкор. Именно там сакральное место статуи. Именно туда она должна вернуться. Я правильно понимаю, или, пардон, я ошибся? Ну, ништяк, встретить соотечественника. Тай. Гарри, меня зовут Гарри. Да, в последнее время здесь много туристов. Французы, японцы, американцы. Соотечественники, будь они неладны. Вы в соотечественниках не запутались? Я родился в Союзе. Совок цвел в полный рост. В 93-м родители струхнули не на шутку. Бац, и я в Израиле. Долго не задержался, рванул в Париж. Потом Америка, Брайтон. Попробовал все. Сборище уродов. Перебрался в Бангкок, вот это город. Там всерьез увлекся древностями, начал колесить по Азии. Теперь вот тут. Городок что надо, чистый колониальный стиль. Французы молодцы, постарались в свое время. Есть все. С кокаином, правда, тяжело, но опиум могу достать. И качество, главное качество. Девочка-то сама вас подцепила. Знаете, чем они хороши? Они вроде есть, одновременно их нет. Это вам не европейки. Эти уж если есть, то есть. Вы, простите, чем занимаетесь? Внимательно слушаю. Смеетесь. Правильно делаете. Здесь можно все. Полная необязательность. Нирвана. Ну, а все-таки вы же не турист? Не турист. У вас есть цель, я сразу понял. Ну, мне бы вашу прозорливость. Нужно что-то конкретное. У меня есть связи, могу взять в руки телефон. Не сегодня. Правильно, торопиться некуда. Тут есть подпольное шоу, полный эксклюзив. Такое показывают. Но главное не это. Главное сапфиры, знаменитые палинские сапфиры чистой воды. Размером с ноготь. Меня интересуют французские археологи. Бинго, вы попали в точку. Я знаю их всех. А кто конкретно вас интересует? Некая Мари де Женуи. Б.
Мари, вы сказали Мари? Мари Дежинуи. Зачем она вам? Извините, это не мое дело, хотя в каком-то смысле... Она моя, вернее, я ее бойфренд, так можно сказать. Я имел неосторожность предлагать вам, прошу, между нами. Угу. Мари такая положительная. Так а как мне ее найти? Чего так мне это просад поет? Я ему объяснил, он вас отвезет. Француз сейчас в самом Анкоре. Это не очень далеко отсюда. Мари там рисует статую Будды. С удовольствием вас сопровожу и представлю. Я предпочитаю одиночество. Понимаю, обезьянка не в счет. Здесь все не в счет, поймете сами. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Рад был познакомиться. Еще увидимся. Я чувствую слежку. Не исключено, что скоро они попытаются меня убрать. Французская разведка, похоже, решила заняться не своим делом. Встреча в Женеве прошла впустую. Эти карлики из ООН уже давно ни на что не способны. Придумали сказочку про международный терроризм. И вроде все при деле. Хорошо, хоть здесь все удалось. Одна из главных католических святынь наконец заняла свое место. Да еще с какими почестями? Как развиваются события в Камбодже? Насколько я знаю, ваш протеже не профессионал. У него есть другие преимущества. Он знает, что его ждет. Вы сказали ему, что необходима кровавая жертва. Жертвы были, есть и будут всегда. Главное, он должен успеть, пока открыты коридоры времени. Это вы? А это вы? Перо третий день звонит из Венеции. Цитирую. Приедет Александр, ты его сразу узнаешь. Хорош собой, в руках будет держать полмира. Из его рассказа я понял, вы дочь Изабель. Ваш замечательный русский. Это его работа? Да, выбора не было, он сделал меня русской. Стало быть, моя бабушка и ваш дедушка были мужем и женой. Да, дважды. Может, пора посвятить меня в семейные тайны? Все просто. Орден Восьми Святынь считает, что из-за утраты или перемещения определенных религиозных объектов гармония мира дала сбой. И сейчас нами правит хаос. Вижу, вы глубоко в теме. Я выросла в доме магистра, так что разбираюсь немного. Уверена, Перо и сейчас вплотную занят переустройством мира. Это его главная цель. Я здесь пытаюсь сохранить то, что еще можно спасти. А во что верите вы? Я тоже за мир во всем мире. По утверждению Перо, если все восемь святынь окажутся на своих местах, все наладится. В нашем случае речь идет о священной кхмерской реликвии. Это золотая статуя Явармана VII, великого бодхисаттвы. А европейцы ошибочно принимают его за Будду. И в этот храм он должен вернуться? Этот храм был построен в его честь.
Все это его лики. В разных состояниях сознания. Взгляните на них. Они знают вопросы, которые мы с вами разучились задавать. Мне нужно возвращаться. Увидимся вечером в Green Pink. Это такой ресторанчик, мы там собираемся с друзьями. Имел удовольствие познакомиться с одним из них. Гарри, кажется, весьма своеобразен. Его нужно простить за все и сразу. До вечера. Утром это принес Марч, сказал, что от тебя. Прекрасный экземпляр. Завтра же принесешь, что нам заказано. Ты же знаешь, как охраняется розовый храм. И потом эти чертовы французы. Пора использовать твою мадемуазель. Как? В полезных целях. Оставь. Не надо касаться этой темы, я же говорил. Она ничего не знает про мои дела. Храм в диких джунглях. Ненавижу джунгли. Не того боишься. Я могу все объяснить. Учти, и Аристотелю это не удавалось. В случае чего, бамбуковый метод. Смотри на меня. Медленно и очень больно. Все, хватит. Я знаком с твоим захватывающим красноречием. Болтливый мерзавец. Это тебе заметка на всю жизнь. Убирайся. Будешь любоваться, умываясь по утрам. Дорогая Мари, все во власти хаоса. Земля скользкая от крови. Ходим в атаку, как простые солдаты. Война проиграна. Завтра нас сбросят в Черное море. Душа моя, ты знаешь, я не мог иначе. И все же прости, что я оставил тебя. Распорядись моим состоянием по своему усмотрению. Надеюсь, судьба пошлет тебе новую жизнь. Я выжил один из полка. Впереди были скитания по этой холодной, бесстрастной земле. Без имени, без прошлого. Когда я пришел в себя, была зима. Первое, что я увидел, было лицо старой цыганки. Она меня подобрала и выходила. Долго будешь плутать по грязным и кривым дорогам, но одна из них приведет тебя на гору. На вершине стоит замок. Он даст тебе золотого бога, если сможешь разглядеть бесконечность на зеленой траве. В ту ночь я отчетливо понял. Времени нет. Есть только тайные пружины случая. Ведь, встречаясь с самим собой, ты получаешь ключи от собственного сердца и отправляешься в бесконечное странствие. Ну что ж нас не встречает наш русский друг? Слушай, тебя вообще сюда никто не звал. Спасибо. Алле, у него? Мне не надо звать. Своди сюда прилично. Фрэнки!
Добрый вечер. Здравствуйте. Присаживайтесь. Добрый вечер. Ага. Прекрасные сапфиры. Не боитесь носить на себе такие вещи? Это мамины. И потом здесь маленький рай. И маленький ад. Здесь очень спокойно, как и во всех буддийских странах. Похвальное заблуждение. Тут все живут в плену иллюзий. Ты будешь сегодня комментировать все, что я скажу? Ну так зачем вы приехали? Тебя это не касается. Понимаешь, нужно толкнуть дверь, чтобы убедиться, что она заперта. Что у вас с рукой? А что же вы без этнической куколки? Почему же? Вон она. Как и положено, сидит себе подобными. Сиди! Сиди! Так, я буду устрицей. Прямо с жемчугом? Самым крупным. Как далеко вы собираетесь зайти? Древние путешественники, добираясь до края Земли, писали. Дальше могут быть драконы. Значительность вам идет. Послушай, отправляйся к ребятам, нам надо поговорить. Может, мне и ночевать не приходить. Какой нервный парень. Он становится невыносимым. У нас сейчас не лучший период. Сезон дождей. Что вас связывает? Трудно хлопнуть в ладоши одной рукой. Кто-то уже ездил туда? Искал статую? Я была там с Перо 12 лет назад. Как предписано здесь, в ночь сага Давы. Но знаете, ничего сверхъестественного не произошло. И жертвы, наверное, приносили. Иногда я думаю, что все это миф, красивая легенда. Не скажите, если понимать символы буквально, это не шифр, это путь. А, похоже, вы знаете то, чего не знаю я. Прости, ничего я не знаю. Вот, например, сага Дава. Что это? Это белая луна. Полнолуние четвертого месяца, к ней вплотную подходит звезда. И что говорит? Я просил тебя, принеси мне выпить! Виски! Виски с колой, а не это говно! Ты что, меня не понимаешь меня? Виски с колой! Ты меня слышишь? Ты меня можешь не понимать, но ты меня слышишь? Виски с колой принеси мне, твою мать! Это ночь четырех деяний Будды. Рождение, просветление и уход. И в эту ночь открываются коридоры времени. Как будем добираться? У меня есть Виллис. Что известно о статуе? Размер, вес, ценность. Известно, что она ценнее того золота, из которого сделана. А теперь вот что. Полнолуние через неделю. Мы должны быть там в ночь 100-тысячекратного приумножения. Завтра надо выезжать. Я возьму записи с собой сегодня. Вы не против? По-моему, нам пора выпить. Отличная мысль. Паша, огоньку не найдется. Это касается батюшки моей. Марш, говори по-русски. Хозяин недоволен. Не бери в голову. Что ты такой смелый? Марш, дай мне ключи от мотоцикла. Да не бойся, ничего с ним не случится. Куркуй. Чего ты с хозяином? Ты такой верный. Чем ты ему обязан?
Он вырвал меня из вьетнамского плена. Впечатляет. Это касается базы мой. Делать что должен. Не будь что будет. Трапах мой. Трапах мой? Нет. Мен. Сок собай? Над собай. Пух ло, пух ло. Чень пух ло, пух, пух, пух. Пух, пух ло. Пух, пух ло. Пух, пух ло. Пух, пух ло. Окон. Окон. Да что же это такое? Что случилось? Хозяин, хозяин. Горе, горе нам. Его убили. Как это произошло? Это же мой нож. Мерзавец, он украл его. Белая ящерица задумал меня подставить. Он от нас не уйдет. Это все белая женщина. Не оставляй меня. Мари!
где? Мари! С тобой все в порядке? Восьми святынь возглавляет Андре Перо. Русский, родился в 28-м году в Париже. Игра, которую он ведет, буквально перешла границы. Слушайте меня внимательно. Мы закрываем эту тему. Тайное общество такого уровня не в нашем ведении. Перо хитер и изворотлив. Он использует людей без их согласия. Теперь это не наша проблема. В конце концов, все, что ваш человек узнал с нашей помощью, правда. И потом он не французский подданный. Но я его в это втянула. Теперь он исчез. Мы сами не поняли, во что ввязались. Скажу прямо, был звонок сверху. Нам дали по рукам. Я могу действовать неофициально? Я сам улажу это дело. Спасибо.
Место великого Бодхисаттвы у озера безмолвного знания. Перед ним лестница, она уходит в воду. За его спиной великое колесо времен. Человек, который приходит к нему в ночь Сагадавы, попадает в круговорот времени. Жертвуя всем, он обретает себя. Один оборот колеса, и все исчезает. Суета, богатство, слава, все звуки мира. И в этой тишине звучит голос сердца, любовь. Пошли в машину, пошли! Быстренько! Садись! Слава богу, есть связь! Алло, Перо, вы вовремя! Что у вас происходит? Беда, Мария! Ее укусила змея! Куда? Давно? Какая змея? Да вот только что! Задницу! Что делать? Во-первых, возьмите себя в руки. Яд вы отсосали? Где вы находитесь? Не знаю, на пустой дороге. Недалеко от этого, как его? Сиануквиля! Сиануквиля! Змею убили? Нет, она уползла. Но вы хотя бы ее запомнили? Ну, конечно! Так, хорошо. На месте уже ничем не поможешь. Как Мари? Бледная, но держится молодцом. Хватайте ее скоренько в Сиануквилле. Там живет русский зоолог по прозвищу Док. Я сейчас с ним свяжусь. Остров называется Снейкхаус. На пристани вас будет ждать шхуна. Сколько времени у нас есть? Столько, сколько нужно молнии, чтобы пересечь реку. Черт! Мать твою! Это еще что? Мари, держись, Мари. Я быстро, я очень быстро. Да, мы уже едем. Куда? Куда ты делся? Да ты с ума сошел, тебя все есть. Так, давайте сюда. Куда? А, скоренько, куда давай. Идем. Как давно это случилось? Часа два назад. Вы змею видели? Ну. Как она выглядела? Такая длинная, темно-серая. Кладите сюда. Таких много. Посмотрите вон там.
от разных змей. Сигула, нужны разные виды сыворотки. Ошибка может быть роковой. Вот. Точно это? А. Это доктор. Я умру? Так принято на этой планете, но не сейчас. Шутки у вас. Вы везучие. Мы тут, знаете, у телефонов не сидим. Мы, знаете, при деле. Крутимся как можем, следим за вращением Земли. Ведь жизнь такая редкая удача. Вот и всматриваемся во тьму вещей. Слушаем музыку сфер, музыку ветра. Режем по-живому, открываем истину. Вы первые белые за много лет. Я уж и позабыл про телефон. Вдруг звонок. Первый человек серьезный. Сам я его не видел, но слышал, что он может различить истину по сиянию, что от нее исходит. Я с ней посижу. Долгие годы я наблюдал ужас происходящего. Савдепия, как жуткий монстр, пожирал Россию. Я перестал быть собой. Мне пришлось изменить имя и всю личную историю. Когда началась война, я пожертвовал всем, чтобы оказаться в эскадрилье Нормандии-Неман. Жизнь вновь обрела смысл. Но тайные пружины случая обнаружили себя с новой силой. Ты отправишься во Францию. Найдешь Мари и нашу маленькую Изабель. Отдаю их в твои руки. Обещай мне и помни. Мари все еще любит тебя. Я все рассказал командиру. Доверься ему, он переправит тебя во Францию. Судьба иногда берет слишком круто. Жан-Поль, мой единственный друг, оказался мужем моей жены, моей Мари, моей бесстрашной баронессы. Я принял его смерть и занял его место, как он когда-то занял мое. Жизнь подобна коробку спичек. Обращаться с ней серьезно глупо, несерьезно опасно. Вот, зашел на огонек. Улетают лягушатники. Баба с воза. Кого лезешь, правильно говорю? Я хоть и не пилот, а все ж зорким соколом летаю над веренным мне участком жизни. Политработа, понимаешь? Во все вникать надо, буржуи недорезные. Эй, что ты не пьешь-то? Компании нету. Так я же здесь. А компании нету. Да я-то тебя давно. Тысячу лет! Как раскусил! Гляньте, как мы по-французски говорим. Учителя. С офицерской выправкой. Усики беляцкие отрастил. Быстро, где надо, очутишься. Дело-то твое у меня. Шпион. И ординации не помогут. Да, вот так улетят дружки твои, мать их мужчин. Москвы за них спалить пришлось, помнишь? Не вам судить о таких вещах, милейший. Пол эскадрильи погибло в нашем небе, пока вы своих к стенке ставили. Молись, контр! Конец! Красава! Чё это? Сука! Чё ты сделал, тварь? Чё ты сделал? В который раз, бросив все, я уходил от смерти. На рассвете командир Нормандии спрятал меня в своем самолете. Эскадрилья возвращалась домой. В России оставалась дочь, которую я никогда не видел, и жена, которую я никогда не любил. Семь часов полета, и мы увидели крыши Парижа. Четверть века я ждал этой встречи.
свите де Голля был человек в черном. Его тайное рукопожатие стало началом моей новой миссии. Предначертанный путь начался. Я помню каждый поворот этой дороги. Она проходила через мое сердце. Дорога между Парижем и Ле-Бурже. Меня сопровождали две баронессы. Дочь Жан-Поля Изабель и Мари. Моя бесстрашная Мари. Скитание позади. Пора заняться делом. Трудяга Ньюпорт был на высоте. Он перенес нас через бесконечность. Туда, где времени нет. Есть только тайные пружины случая. Как ваша спутница? Спит. Слышал, вы едете на Бакор. Что ж, каждый сводит счеты с жизнью по-своему. Если хотите что-то сказать, говорите. Вы понимаете, во что ввязались? Еварман, он как заколдованный. К нему так просто не сунешься. Многие погибли. И змея здесь не случайность, не сомневайтесь. Так хотелось посомневаться. Опять не получается. Вижу, вы волнуетесь. Еще пару дней, и она встанет на ноги. Что это за место? Я был там 12 лет назад. Старое заброшенное казино. Стоит на горе на месте какого-то храма. Сначала видишь милые руины. А потом, ясно понимаешь, надо бежать. И что? А то. Теперь не припомню, кто я и откуда. Это и вас коснется. Плевать. Я уже по уши влез в это дело. И доберусь во что бы то ни стало. Упущенное время не вернешь. Да и местность больно сложная. Нам нужно быть там ровно через 2 дня. Теоретически это возможно. Только не вашим маршрутом. Сами видите, какой рельеф. А здесь? Разве это не дорога? Если бы. Грунтовая дорога. Но со времен войны она практически не изменилась. Разрывы здесь и здесь. Так что единственный вариант – проход по минному полю. Вот до сюда мы доедем на вашем Вилюсе. Угу. Здесь есть короткая перемычка. Она заминирована, но пройти можно. Потом водой. И какие гарантии? Главная гарантия только одна. В случае чего на помощь никто не придет. Нам нужна карта минных полей. А вы молодец. Перо говорил о вашем безрассудстве. Как поживает место нашего первого поцелуя, баронесс? Передает вам искреннюю благодарность. Оборудование, миноискатели, все есть. Нас интересует вот этот участок. Подари мне, милый, мину. Подари мне, милый, мину. Я ее себе задвину. А когда война начнется... Враг на мине подорвется. Тут аккуратненько, след в след идите. До свидания, милая. Так, это видно глазками. Входим аккуратненько. Уезжаю в Азию. Может быть, последний раз тебя за Азию. Это такой русский юмор? Советский. Тебе не понять. Никому не двигаться. Стой спокойно. Пока стоишь, рвануть не должно. Так что не двигайся, а я схожу за оборудованием в машину. Зажигалку дай. Вот это. Могло бы быть и хуже. Подари мне, милый, мину. Подари мне. Предлагаю позавтракать. Лучше выпьем. Где твоя фляга? Ваше оборудование вселяет надежду. Зажигалку не забудь вернуть. Переведи. Когда меня убьют,
Заметь, не если, а когда. Так вот, когда меня убьют, похороните меня лицом вниз, чтобы этот мир мог поцеловать меня в задницу. Твердая планета. Какие планы на вечер? Пока не знаю. Я тебе замучу ее. Стою на мине, слежу за внутренней борьбой. Пойдем, Мари. Тебе здесь делать нечего. Хочу идти в ретрит, а мне навстречу Лагерфельд. Гляжу, а мы на Оксфорд-стрит. Смертный, знай, даже лесорубу с топором дерево не отказывает в тени. Если ты утешишь плачущую девочку, она откроет тебе будущее. Человек, знающий свою смерть, перестает быть жертвой. Он становится орудием. Храм. Я сел на первый сабвей в Тируванантапурам. Иностранцы ни к чему. К утру будете на месте. В любом случае, мы сэкономили 2 дня пути. Смеешься? Нисколько. Спасибо за все. Держи, скажешь от меня, он даст вам машину. Отлично. Угу. Это хорошо. Прощайте, доктор. Еще раз спасибо. Берегите себя. Удачи вам. Она нам пригодится. Да уж. Thank you.
немногие из людей достигают другого берега. Остальные только суетятся на здешнем берегу. Говорите. Месье Перо, понимаю, уже поздно. Вас беспокоит... Не трудитесь. Я знаю, кто вы. Теперь, видите, мне хватило одного звонка. Учтите, будете упорствовать, моих связей достаточно, чтобы превратить вашу карьеру в пепел. Я отправлю вас в ад. Но поймите и вы, такая деятельность не может осуществляться бесконтрольно. Никаких дискуссий. Отзовите вашу мадемуазель и займитесь, наконец, своим прямым делом. О чем вы говорите? О чем? Взгляните вокруг. Мир в ужасе от последствий взаимного проникновения культур. 5-10 лет, и в Европе начнутся этнические революции. Этого вы хотите? Нашли вы, наконец, Мадлен де Лакруа? Это и есть гора Бакор? Да, мы почти у цели. Там, за границами разума, дверь между двумя мирами. За ней зияют коридоры времени, место, где времени нет. Там плоскость мира встречается со своей изнанкой. Лента Мёбиус. Угу. Перо тоже говорил что-то об этом. Я его послушать, так он лично присутствовал при сотворении мира. Пророчество, его стихия, святыни, тайные знаки. И все они приводят в одно место. Это площадка самоубийц. Ты все увидишь. Когда до казино на горе стоял храм времени, это было ритуальное место силы. Считается, что там человек попадает в петлю времени. Он видит, как прошлое и будущее меняются местами. И что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, что нам рано задумываться по этому поводу. Ты меня совсем не слушаешь. Приближается гроза, пора Yeah.
дольше человек живет, тем яснее становится ему, в какую ловушку он попал, имея неосторожность родиться. Живем тяжко, отдаемся силы, учимся, постигаем, напрягаем разум до предела. И как только добиваемся, наконец, ясности мысли и что-то начинаем уметь и знать, нас приглашают на кладбище. Нас убирают, как опасных свидетелей, как агентов контрразведки, которые слишком много знают. И другие, новые, юные, начинают разбивать свой лоб о то, что нам давно известно. Такова жизнь. Нам, старым и мудрым, остается только улыбаться и притворяться, что все хорошо. Как можно было посадить самолет в таком тумане? Да, на всем плато есть лишь крохотная площадка. Там, на границе джунглей. Это не просто казино, оно построено на древнем фундаменте. Здесь стоял зеркальный храм времени, но об этом знал только твой дед. Туман сгущается. Совсем как тогда идет из джунглей. А это игровой зал. То есть тут происходила вся эта история с выигрышем? Да. Тут наши с тобой предки сорвали банк. После выигрыша всеми овладела странная эйфория. Лунный свет был необычайно ярким. Джунгли вдруг утихли. Затем гору сплошь затянуло туманом. Все замерло, началась совсем иная. Тайная игра. Вон он, балкон, с которого Перо сделал тот самый снимок. Сегодня завершаются 5 полных циклов по 12 лет. Именно этой ночью. Прислушайся. Слышишь музыку? Ты сама понимаешь, о каких жертвах идет речь в дневнике? Все более или менее внятно, кроме этого. Что значит «жертвует всем»? Может, это какая-нибудь ваша масонская метафора? О, все прямо как на том рисунке. Да, это она и есть. Площадка самоубийц. La place du suicide. Обратная сторона игры. Проигравшему считалось неприличным показывать свое отчаяние. И поэтому он пускал себе пулю в лоб и с обрыва в джунгли прямо в водопад. Вот и жертва. Обренное тело закачивало свою жизнь в желудках леопардов. Тигров. Здесь обитает особый вид. Если ты найдешь статую, это изменит все. Все уже изменилось. Я люблю тебя. Определенно не мне. Ничего не бойся, иди до конца. Все будет хорошо. Игра идет.
Поцелуй меня. Жертвуя всем, он обретает себя и отправляется в бесконечное странство к другому берегу, Алекс, очнись! Попадает в круговорот времени. Один оборот колеса и все исчезает. Суета, богатство, слава, все звуки мира. Так начался новый отсчет времени. Это произошло после того, как лопнула казавшаяся стройной теория большого взрыва. Правительство ряда государств выразили озабоченность сложившейся ситуации. Включите канал ЧНН. Идет прямая трансляция. Между государствами. Тайна, с которой столкнулось мировое сообщество. Королевство Камбоджа торжественно отмечает чудесное обретение некогда утраченной святыни. Это золотая статуя Явармана VII. Считается, что ее исчезновение привело к гибели могущественного Кхмерского царства. Как и при каких обстоятельствах была обнаружена статуя, не сообщается. С этим событием эксперты связывают личность одиозного конспиролога Андре Перро.
и известно, что его теневая деятельность всегда шла вразрез с общепринятыми нормами международных отношений. После церемонии статуя займет свое место в древнем храмовом комплексе Ангкор. Один остается на внешнем уровне и продолжает страдать в круговороте бытия. Другой попадает во внутренний круг и отправляется в бесконечное странствие к противоположному берегу. Теперь у меня нет имени. И среди всех вещей этого мира нет ни одной принадлежащей мне. Все замерло. Я отчетливо понял, времени нет. Демоны разума покинули меня. Я долго искал дорогу назад, но теперь забыл, откуда пришел. Thank you.